Негізімен Алматы облысынанмын. Ата-анасыз өстім. Көкем мен тәтемнің тәрбиесінде болдым. Мектеп бітіргеннен кейін көкем мені инженер қылып жұмысқа орналастырды. Ол жақтан шығып кеттім. Қазір өкінемін. Бірақ сол кезде өз жоспарларым болған. Жігіттермен ауылға барып ақша тапқымыз келген. Сөйтіп біз алма шырыны мен спиртті араластырып портвейн жасағанбыз. Солай біз ақша таптық. Сөйтіп жүргенде ұсталып бізді түрмеге отырғызайын деді. Сосын көкем бүкіл мәселелерді шешіп мені армияға жіберді. Сол жақтан Ауғанстанға кеттім. Өмірің жақсы болған екен. Сол үшін әлі үйленбей жүрсің бе? Иә, әлі өз махаббатымды жоғалтырмадым. Үлкен жауапкершілік. Қолдау көрсеткендеріңіз үшін алғысым шексіз, жолдастар. Маған сенім артқандарыңызға рахмет. Мен халықтың адамы ретінде, жұмысшы ретінде, коммунист ретінде сенімдеріңізді ақтау үшін бар күшімді салам деп айтқым келеді. Я бы хотел оправдать доверие партии и народа. Сізге сұрақ қойсам бола ма? Әрине қоя бер. Сіз шынымен де полигонды қауіпті деп ойлайсыз ба? Енді менің ойымша бүкіл халықтың мәселелері одан көп сияқты. Сол қиындықтарды шешу керек. Жақсы сұрақ екен. Ужас. Кто бы мог подумать, что у него такая поддержка. Между прочим, твой друг Гена мог бы и предупредить. Ай. Ильяс, сен отан алдындағы борышыңды өтедің. Дұрыс па? Мысалға, соғыс кезінде сенің қасындағы жолдасың жараланып, қансырап жатыр. Сол кезде қиылдан жау келді. Сонда сен не істейсің? Білесіз ғой. Досыңа көмектесесің бе, әлде жауға төтеп бересің бе? Жаумен атсам. Дұрыс. Мен де солай ойлаймын. Соғыста менің ең жақын досым қайтыс болды. Кешір, айналайын. Бұлай келет деп күтпе керек. Білгенде дұрыстап дайындалып шек. Біз енді жұмыстың арасында шай ішеміз, шай адыңыз. Қат салайын ба? Жоқ, рахмет, әуре болмаңыз. Жолдас,
Ерлан Сабитович. А, я Ерлан Сабитович. Мен сізбен шай ішуге келген жоқпын. А, кешіріңіз. Жағдайларыңыз қалай? Не мәселе бар? Осыларды өз аузыңыздан естісін деп келіп отырмын. Жағдай жаман емес. Жұмыс бір қалыпты істеп жатырмыз. Дәрігерлеріміз, медбикелеріміздің барлығы кәсіподақ мүшелері. Таяуда бір санитаркамызды партия қатарына қабылдадық. Өте жақсы, керемет. Ерлан Сабитович, маған аурухананың ішіне бір экскурсия жасатсаңыз. Экскурсия? Иә, өз көзіммен көріп шықсам ба деп едім. Жүріңіз. Жақсы. Бұл жерде аурулар асқынған науқастар жатады. Қандай дәрі-дәрмектермен емделіп жатырсыздар? Хаттамадағы нұсқалар бойынша дәрі-дәрмектер береміз. Біз болеющий. Түсінікті. Балалар қай жерде жатыр? Олар да осы жерде жатыр. Осында бір жас бала жатыр еді. Фамилиясы Айтқалиев. Қал жағдай қалай екен? Айтқалиев. Өкінішке орай қайтыс болды. Лейкоз асқынып біткен, араша тұра алмадық. Қаттамадағымыз қолдардың бәрін болжыпты орында біледіміз. Сондықтан. Ол бала дұрыс ем алмағаннан қайтыс болды. Дүйсенбай, саған не жоқ бұл жерде? Барып кет! Бар! Мен бармаймын. Мен бармаймын. Мен жүгіруден шаршадым. Менің жоғалтар түгім жоқ. Мен сізге бар шындықты айтам. Біз науқастарға зертханадағы тышқандарға қарағандай қараймыз. Қолымызда дәріміз де жоқ. Қырылып жатыр бірден кейін бірі. Қалай көмектесетінімізді де білмейміз. Айтуға болмайды. Өйткені құпия. Қашанға дейін болдың? Бұның бәрі жалғасайды, айтыңызшы. Мен жұмыстан шығарасыз ба? Түрмеге отырғызасыз ба? Маған бәрі бір. Бізге полигон төңірегіндегі барлық дерлік аудандардан тасиды. Әрбір екінші балада анемия немесе бауыр дерті. Қайнар ауылында онкологиядан 200-ден астам адам қайтыс болды. 14 адам лейкоздан. Біз бір заңдылық анықтадық. Сәуле әсеріне ұшыраған бірінші және екінші буын аз зардап шегеді. Ал үшіншісі ең осал. Даму кемістіктері, балалар онкологиясы, туа біткен дерттер. Ал бұл 80-ші жылдан кейін туылғандардың барлығы. 80%-ның иммунитеті зақымданған. Иммунологымыздың сөзі бойынша адамдарда өзіндік ерекшеліксіз радиациялық синдром пайда болған. Селғостық, немқұрайлық адамдар өмір сүргісі келмейді. Бұл диспансерде біз бұрын туберкулезбен ауыратындарды емдейтін, біз ал қазір жай ғана қарайлаймыз. Радиацияның адамдарға қалай әсер ететін тыныш қана қарап отырамыз. Себебі тұтастай құпия, себебі қорқамыз, себебі шындық үшін бізді қамайды, немесе өлтіреді. Ты знаешь, не вернется он оттуда. Оттуда мало кто возвращается. Дядь Петя. Да ладно. Перестаньте. Дядь Петя, уж лучше знаешь сразу вот так, чем как мы тут, как мухи дохнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не знаете семья Айткалиевых?
Где живет? Да разве это семья? Вон. Одна баба-то и осталась. Дядь Петя. Да ладно. А вам зачем? Хотел поговорить. Выразить соболезнования родителям. Не вовремя вы, товарищ. Сын умер. Мужа вчера забрали. Ваши соболезнования сейчас не к месту. Отца мальчика забрали? Ну да. Кто забрал? А вы не знаете. Я этого так не оставлю! Вы за все ответите! Товарищ Бастаев. Я вам не товарищ. Вы занимаетесь антисоветской деятельностью. Вы убиваете людей, генерал Головко. Я об этом должен доложить товарищу Ковину. Гражданин Бастаев, вы забываетесь. Я требую, чтобы вы мне предоставили все данные о полигоне, а не ваши эти отписки. Правду. И немедленно. А вы кто? Вы врываетесь на стратегический объект, требуете сверхсекретную информацию, грубо нарушаете границы ведомств. Сдается мне, что вы можете быть иностранным шпионом. Да. Уразумеете уже, товарищ Бастаев, в этой стране никто пукнуть не смеет без приказа. Здесь находится стратегический объект, важный для всей страны. А я здесь отвечаю за безопасность всего Советского Союза. И если меня сюда поставили, то я исполняю приказы только моего руководства и ничьи другие. Тем более ваши. А сейчас пошел вон. Геннадий Васильевич, честно говоря, это честь для меня ужинать с вами. Я казенный человек. Редко вот так с первым секретарем республики. Ну что вы, Сергей Сергеевич, мне тоже приятно с вами поговорить. Ну, что там в Москве слышно? Да все как обычно. Перестройка полным ходом. Выборы вот. А что думаете, Сулейменов будет дальше политикой заниматься или нет? Я не знаю. Потенциал у него большой. Харизма. Такие люди хороши на трибуне. Им сразу веришь. Да. Утни, сын. Өз-өзіңе абай болып жүрем. Артық сөйлеп қойып жүрмей. Голя, уайымдама. Мен жақсы білесің.
қабылдау бөлмесінде отырып ақ сөзімді дайындаймын. Знаете, что я понял, Геннадий Васильевич? В нашей профессии очень важно понимать потенциал людей. Понимаете, о чем я? Знаете, есть такое явление. Эффект бабочки называется. Это вот в одном месте бабочка крылом взмахнула, а на другом конце света вулкан взорвался. ЦК партии. Спрашивается, как они связаны? А вот в том-то и дело, что незначительное влияние на систему может иметь странные непредсказуемые последствия, в том числе и совершенно в другом месте. Ну вот так бывает, что этой бабочкой кто-то начинает управлять. Бабочка об этом может даже и не догадывается. То ли ей понаобещали там с три горы, то ли она сама правды ищет. Неважно. Важно, что она своими крылышками запускает цепную реакцию. А тут еще другие какие активисты подключатся. Может, у них, конечно, и свои причины. Но влиять на процесс начинают. И вот так одно за другое, за третье. А в итоге может и полстраны ураганом снести. Вот такие дела. И получается, что маленький человек становится причиной больших проблем. Вот тут-то наша главная задача – опередить. Вычислить потенциал этого человека и предупредить последствия. Вот это и называется владеть ситуацией в полной мере, Геннадий Васильевич. Если вы понимаете, о чем я. Я не владею ситуацией. Кто эта журналистка? С кем она там говорила из местных? По первой отработке чиста. Ну? Родители еврейские мигранты. Уехали после войны. Ну так, так. Знает русский. И все. А по поводу местных надо с постоянным спросить. Ну, с ним я отдельно разберусь. Черт, как мальчишку какого-то мордой тыкали. Бабочки там всякие, влияние на систему. Ох ты, Господи. Я вас понимаю. Это хорошо, что понимаете. У нас вот тут сотрудники пропали при выполнении задания. Кто знает, может, это тоже взмах чего-то крыла. Мы разберемся, конечно. Какая-то бабочка постаралась. Нурсултан Абишевич, вам звонок. Бусаев какой-то. Говорит, что хочет с вами... Соедини. Слушаю вас, Кечерин Бусаевич. Нурсултан Абишевич, здравствуйте. Я в Алмате, в ЦК партии. Мы можем поговорить, но не по телефону. Очень жаль, товарищ Бусаев, но никак не могу. Очень занят. На этой неделе не получится. Может, в другой раз? Товарищ Бусаев? Да. Вам просили передать. Thank you.
опаздываете. Докладывайте. Ну, он часто на вечерах бывает у поэта этого. И в кабинете он у него был. Говорили о выборах, и что Колбин поддержал второго кандидата. Но я там не расслышала. Что еще? А еще ему сегодня звонил какой-то Бустаев. Но он сказал, что не может с ним встретиться, но мне кажется, они все-таки встретились. Это все? Послушайте, там сложная обстановка. Мне кажется, он знает, что за ним следят. Извините, а по просьбе моей вы же говорили, что... Работайте. Работайте лучше. Пока ничего ценного вы не сказали. Ол жігітті өлтірген. Бір күннен соң денесінің айдаладын тауып алған. Нұрсан Әбішұлы енді қазір 37-ші жыл емес қой, бұны тоқтату керек. Ол жігіт тек қана шындықты ғана айтқысы келді. Кейде шындық ашылу үшін оған өлім себептер болады. Менің өз көзіммен көргендерім бұл шеттен шыққандық. Осы аймақтағы адамдардың бәрінің жағдайы нашар. Менің ойымша осы жерде тек қару-жараққа ғана емес, адамдарға да сынақ жасап жатқан сияқты. Егер осының барлығы мынау дәл сіз айтқандай болса, одан да сұмдығы. Бірде бір құжаттан ешқандай дәлел таппайсыз. Бәрі көз бояушылық. Олардың жасап жүргендері бізден бар шындықты жасырып жүрген сияқты. Көп адамдама? Білмеймін ба? Бірақ менің ойымша бұл жерде тіпті Колбинді білмейтін сияқты. Өзіміздің аймақта не болып жатқанын да білмейміз ғой. Ал біздің жерде қазір дүниежүзілік трагедия болып жатыр. Сонымен сізге не керек? Шындықты ашқым келеді. Халық бар шындықты білуге тиіс. Міндетіміз. Сіз қазір жоғары жақтың көзін іліктіңіз. Сіздің артыңызда КГБ жүрген білесіз бе? Кешіріңіз, мен бұл жағдайға сізді араластырғым келмеп еді. Кешірім, Бастаев. Сіз әлі мені ештеңеге араластырған жоқсыз. Бірақ мен сізге көмектесем деген уәде бергем. Ол есімде. Связь между объектом и Бустаевым установлена. Ничего нового. Даете разрешение на внутреннюю проверку? Надо понять, кто наших ребят положил. Надо. Надо понаблюдать. Поехали. И вам доброе утро. Проходите. Что? Даже обыскивать не будете? Нет необходимости. Прошу. Спасибо, что приняли мое приглашение. Надеюсь, не нарушил ваш распорядок дня. Я рано встаю. Все в порядке. Самолет через 2 часа. Но, думаю, вы знаете. Хорошая у вас дача. Еще в прошлый раз отметил. Не моя. Государственная. И в прошлый раз мы не смогли с вами толком поговорить. Занятые мы люди. Да, Нурсултан Абишевич? Да. Я хотел бы с вами поговорить по поводу семьи Палатинского ядерного полигона.
У меня была встреча с первым секретарем области, Бустаевым. Он рассказал мне некоторые моменты. Я давно знал, что в регионе есть проблемы. О них поднимается речь на заседаниях Совета министров, в Верховном Совете. Но пока решения нет. Да. И что же вы хотите? Я хотел бы попросить вас поднять этот вопрос у себя в ведомстве. Сергей Сергеевич, Союз встает на путь демократических реформ. Происходит ослабление противостояния США. Холодной войне приходит конец. Я думаю, имеет смысл задуматься о сокращении программы испытаний или о переносе полигона в другое место. Вы так думаете? Я думаю, что первый, кто поднимет этот вопрос, принесет большую пользу всей стране и многим людям. Ну, Султан Абишевич, я передам ваше решение руководству. Думаю, ваш вопрос всесторонне обсудят, и ответственные товарищи примут правильное решение. Я вас понял. Международной прессе произошла из-за утечки. Это иностранная журналистка. Да при чем тут утечка, Гена? В стране объявлена гласность, забыл, что ли? Но только о таких вопросах. Во-первых, должны говорить, а не давать американцам перебирать факты. Но общественность начинает говорить. Так почему в прессу просочилась? Уверен, статья заказана. Неспокойная обстановка там. Как бы не привлекли общественность. Ты первый об этом писал. Еще 15 лет назад. Тебя услышали. Так общественность надо слушать, Гена. А то, получается, говорим одно, а делаем другое. Мы же взяли курс на демократические реформы. Но действовать надо всем вместе, единым фронтом и аккуратно. Да. Партия – наша общественность. Понял, Сережа? А все остальные провокаторы и вредители. Надо достать отчеты из полигона. Михаил Сергеевич, я хотел сказать вам, тут некоторые товарищи проявляют самостоятельные шаги. Вот представитель Совета министров, например. Это цели, может быть, у него и благие. Но я не гарантирую, что шаги продуманы. Тогда мне доходчиво объяснили, что лезть туда опасно для здоровья. Там задействованы руководящие лица некоторые. Возможно, собирают коалицию. Наше влияние не распространяется на их деятельность. Ольжас Умарович, Ирджан Ашара. Қоғым қайраткері, ақын. Біз бастағаныз ке, нағыз керек адам. Так надо обсудить с ними шаги, с товарищами этими. У тебя же больше опыта, Гена. Ты пойми, сейчас такой момент. Войска выводим, антиядерный мир готовим. Но так сразу мы не можем разоружиться. Но свои же не поймут. Звук.
клюет. Не нагнетай. Все-таки ядерным щитом страны управляем мы. А руководящие товарищи пусть руководят, пока их не сняли. Власах, я аппарат. Он придет в Москву, вы же берете. Вот он без хабарса, без... Невозможно. Нет ничего невозможного, когда есть цель. Не мне тебе объяснять, как надо решать задачи. Так что же делать? Как реагировать? Мягче, Гена, мягче. Без резких движений и выступлений, без вот этого махания флагами. То нас на Западе засмеют. Только без нюней. Есть проблема, надо решать. И чем жестче, тем лучше. Интересы страны выше, чем интересы какой-то республики. Черт возьми, как между двух огней. Дұрыс айтасыз. Он даже жұмысымыз бастық. Іске сәт. Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня в Женеве в рамках конференции по разоружению завершились многосторонние переговоры по запрещению химического оружия. В ходе этого раунда была продолжена работа по разработке положений будущей конвенции. Также, в соответствии с ранее заключенными Женевскими соглашениями, Советский Союз продолжает вывод своих войск с территории Республики Афганистан. Продолжать испытания в этом регионе нецелесообразно. Вопрос о переносе испытаний с Семипалатинского полигона должен быть поставлен жестко. Я настаиваю на том, чтобы приняли резолюцию и направили ее в Москву. Нурсултан Абишевич, у нас сегодня на повестке другие вопросы. А я считаю этот вопрос сверхважным, Геннадий Васильевич. Целесообразно испытание или нет? Это не нам решать. Для этого есть вышестоящее руководство. Да, Абеке, вы правы. Но мы должны донести свою позицию до верхов. Мы же не вотчина Москвы. Мы союзная республика и имеем право выражать свое мнение. Тем более, что полигон находится на нашей территории. Может быть, вернемся к повестке? Геннадий Васильевич, все мы знаем, что на последнем съезде вопрос о сокращении ядерного оружия поднимался. И Горбачев одобрил программу поэтапного разоружения. Заметьте, поэтапного. Работа ведется. Уже задействовано несколько ведомств. Но не нужно бежать впереди паровоза. Ну... Товарищ Кулаков, можем узнать позицию вашего ведомства по этому вопросу? К сожалению, товарищ Назарбаев, я не уполномочен делать заявление от лица комитета. Я здесь больше для того, чтобы узнать вашу позицию. Давайте спросим, что думают товарищи. Пожалуйста. Если позволите, я как военный человек американцам не верю. Они только говорят, что модернизируют военные базы. А сами контролируют ядерные боеголовки ФРГ. Они даже опережают нас по количеству взрывов. И что? Почему нужно именно у нас догонять американцев по взрывам? Это уж не нам решать, товарищ Нуржанов.
где и как догонять. Нет, я согласен. Снижать обороноспособность страны нельзя. Но и о нашей земле надо подумать. И что вы предлагаете? На территории Советского Союза есть еще полигоны. Может быть, стоит проработать вопрос переноса? А вы знаете, какое количество народных денег было потрачено на Симпалатинский полигон? Это же вам не чемодан. Просто взять и перенести. Если позволите, пожалуйста. Я не говорю за товарищей. Выражаю свое мнение. Диалог между сверхдержавами начинает выстраиваться. Но положение очень сложное. Ядерное оружие лежит в основе отечественного оборонного потенциала. И защитить его – интерес государственной важности. Я считаю, говорит о переносе, а тем более закрытии полигона рано и нецелесообразно. Я согласен с товарищем Мукашевым. Москва знает о наших проблемах и ведется работа. А у нас в республике много неотложных вопросов, которые необходимо решать сейчас. Давайте же вернемся к нашей повестке. Сергеевич Пушкин. Скажи, Артюхов, а ты не жалеешь, что здесь служишь? Никак нет, товарищ генерал. А я иногда жалею. Знаешь, в детстве хотел летчиком быть. В небесах парить. Сам по земле хожу. Вот еще сюда напросился. Могу спросить, почему? Отец мой здесь служил, когда еще водородную бомбу взорвали. Я тогда пацаном был, а он меня с собой взял. Никогда не забуду. Взрывы любите? Я, Артюхов, люблю родину защищать. А мне не дают. Я тебе точно говорю. Пока они там в Москве сопли жуют, американцы нас за жопу схватят. Так говорят же, вроде разоружаются. Ага, разоружаются. Я одну правду знаю. Что пока у нас есть ядерная бомба, ни одна падла к нам не сунется. Но надо, чтобы была эта бомба. А нам работать не дает. Черт. Товарищ генерал-майор, шифрограмма из Москвы. Срочно. Давай.
что, Артюхов, рано нас еще на пенсию списывать. Сотрудников найти не удалось. Машину тоже. Есть вероятность, что убитый. Московские коллеги проводят внутреннее расследование. Черт, и что? Еще на нас повесят. А тут этот Назарбаев со своими выступлениями. Вы имеете в виду, что там могут неправильно понять? Так ясное дело. Они и так там считают, что мы не владеем ситуацией. Как будто они владеют. Согласен. Риски и действия в нынешней обстановке только мешают. Да вот именно. Поэтому надо сообща, единым фронтом. Ясное дело, что все идет к концу. Только вот неизвестно, как долго это будет идти. Поэтому не надо торопиться и особенно отставать. Ясно? Так нам что делать? Держать ухо востро. Особенно, что касается полигона. Геннадий Васильевич, срочно. Шифрограмма из Москвы. Да не что. Что они там вообще? Геннадий Васильевич, как это понимать? Расширение полигона? Серия взрывов уже ближайшие на 12 число? Нурсултан Абиевич. Мы же говорили об этом на заседании. Мы же договорились. Нурсултан Абиевич, что вы от меня хотите? Я сам вот только что получил. Значит, надо связаться с Центральным комитетом партии. Нужно срочно собрать совещание. Вы же не знаете, что это прямой приказ из Москвы. Значит, ЦК уже в курсе. Геннадий Васильевич, может быть, там они ничего не знают? Но я точно понимаю, что эта запланированная серия испытаний может сильно возмутить общественность. Да я знаю. Еще я знаю, что если начнем возмущаться мы, нас снимут. И меня, и вас. А я слишком стар для того, чтобы рисковать. Значит, так? Значит, так. А вы вольны взять инициативу в свои руки. Вам же терять нечего. А я сделаю. Сегодня день, Артюхов. Наконец-то делом займемся. Так точно. Докладывай. Заряд установлен на глубине 600 метров. Мощность испытуемого заряда 50 килотонн. Диагностическая аппаратура спущена. Ствол шахты закрыт. Хорошо. Получена сводка по движению ветра. Сейчас специалисты рассчитывают данные. И еще начата эвакуация жителей районов, попадающих под действие взрыва. Отлично. Ну что, отсчет времени пошел? Поспи. Поспи, Митя. Тебе надо отдыхать. Мама сказала, что мы все умрем. Мы все умерли уже. Не бойся. Это совсем не страшно. Мы теперь свободны. Это все. Повторяю.
Скорость ветра 20 метров в секунду. Воздушный коридор чист. Роза ветров выстроена. Эвакуация жителей завершена. Площадка П дает добро. До начала испытаний 40 минут. Извините, товарищ генерал-майор. Сообщили, что ветер сменил направление. Что значит сменил направление? Если произойдет выброс радиоактивных газов, в зону поражения могут попасть крупные населенные пункты. Возможно, Семипалатинск. Надо доложить в Москву. Соединить с Москвой. Есть. Запускайте.